Добро пожаловать на канал Базар ТВ, канал с полными обзорами наших устройств, а также операционной системы Microsoft Windows. Добро пожаловать на канал Базар ТВ. И сегодня я покажу Windows XP Build 2485. Рабочий стол все так же остается, есть один недостаток. То, что я заметил перед установкой, опять надо сменить дату на 2001 год. Пока еще проблема встречается. Думаю, в следующих сборках будет ясно, устанавливать или не устанавливать. Решим потом. А пока мой компьютер правой кнопкой мыши свойства, все по-настоящему. Все также предоставлено пуск, панель задач, в общем-то все как обычно. Давайте зайдем в пуск. Пуск выглядит вот таким вот образом, как всегда. Зайдем в все программы. Есть Windows каталог и Windows Update, но они не рабочие. Вместо Windows каталог тут Windows Marketplace. А Windows Update тут смысл показывать. Какой смысл, я имею в виду? Есть стандартные программы, специальные возможности. Есть настройка для людей с ограниченными возможностями. Экраны лупа. Который можно увеличивать экран. Издаются звуки после выбора. Есть экранный диктор. Экранная клавиатура. И что еще? Утилити менеджер, который позволяет запускать программы специальных возможностей одновременно. Именно нескольких программ. Предоставлены вот таким вот образом. Ну и все со специальными возможностями. Из коммуникации я отмечу гипертерминал. Тут все как обычно. Соединяться с модемом, с коммуникатором, копировать сюда текст. Свойства сети. Вот, допустим. Вот. Что еще есть? Да, все как обычно. Настройки сети. Новые соединения сети. Подключение к удаленному рабочему столу. То есть айпишник и имя и вперед.
Также есть дополнительные настройки. Как всегда. Развлечения. Звукозапись. Сохраняется в формате WAV, но с ограничениями 60 секунд. Есть настройки и их эффекты. Регулятор громкостей. И Windows Media Player. Все как обычно. Стало баса. Тут все как обычно. Функции обычные. Но это стало образца Windows Media Player, потому что в поздних версиях Windows XP, как Service Pack 3, там по-другому Windows Media Player, который можно... Там была кнопочка вот здесь разворачивать на полный экран. А так, это программа старого образца, что ж поделать. Пока я рассказываю бета-сборки, ранняя сборка Windows XP. Позже, в свободное время, я поговорю о релиз-кандидат Windows XP. С развлечением закончили системные утилиты. Есть активация Windows. А как же иначе? Кстати, что я вижу... Тут исправили. Теперь пишет: Windows уже прошла активацию. Нажмите ОК, чтобы выйти. А раньше, если помнится, была ошибка. Когда я активировал Windows, все равно предлагает активировать. Но дней был столько, что вы можете пользоваться навсегда. Архивация данных бэкап. Таблица символов. Очистка диска от какого-то мусора. Вот, пожалуйста. Деагментация диска. Соединение с компьютером. Ну, это новый компьютер, старый компьютер. Также есть запуск старых программ. Это мастер совместимости программ. Например, вот это пока. Тут можно выбрать Windows 95, Windows NT 4.0, Service Pack 5. Windows 98 и Windows Millennium Edition, Windows 2000. Назначенное задание. Системная информация. О чем описывает компьютер. И системное восстановление. Идем дальше. А вот это пошли
Основные программы. Адресная книга, которую можно занести в списки людей. Таким вот образом. Калькулятор. Есть обычный, есть еще даже и научный. С функциями. Командная строка. Блокнот. Обычный блокнот, который сохраняется в формате TXT. Ничего удивительного в нем нет. Напечатать. И вот. Paint. Тут все как обычно. Рисовать цветные рисунки, а потом сохранять в формате BMP. И не только BMP. Тут еще и все картинки. Что я тут вижу? Тут GIF не тот. Тут добавили картинки из Sample Pictures. Так, атрибуты. Можно менять пиксели. Все как обычно. Синхронизация. Тур по Windows XP. Можно с анимацией, музыкой и голосовым диктором, а также документ. Попробую таким вот образом. Windows XP from Microsoft, the new version of Windows that brings your PC to life. Experience the best. Experience Windows XP. Best for business. Windows XP Professional shines as a... To begin the tour, click any selection. Friendly new screens, simplified menus, and a whole lot more. Discover Windows XP's fresh, streamlined design. Get acquainted with key tasks and basic commands. The Windows Desktop. Using Windows XP is simple. First, you'll see the large colored area on the screen called the desktop, and the narrow band at the bottom called the taskbar. Everything you can do on your computer appears inside frames that are called windows. You can open as many windows at one time as you like, and resize them, move them around. Or restack them in any order. Icons. Есть Windows Explorer, которым можно управлять файлами. Остается Sample Music вот таким вот образом. Три MIDI-файла. Или даже 4 и 2 VMA файла. Тут главное вот что, картинки. Тут картинки другие. Чего вы можете увидеть? Не как в оригинале. Таким вот образом. Есть Mountain Vista. Зимний яс и так далее. Естественно, можно переместить, копировать, ставить ярлык. Есть Windows Movie Maker, который можно импортировать файлы, медиа, записывать, все что угодно. Старого образца, конечно, Movie Maker, но все же. Но это же ранняя сборка, и
Была еще такая версия и в Service Pack 0 без Service Pack, и в Service Pack 1. Такую программу я встречал. Старого образца. Да и тут лучшие в Service Pack 2 и в Service Pack 3. Так. Обычный документ WordPad. Ну вот и все, в принципе. Начнем с игр. Пасьянс. Свободная ячейка. Червы. Так происходит не всегда. Есть интернет-игры. Интернет-нарды. Интернет-шашки. Интернет-червы. Если честно, долго ждать. Интернет Эверси. Так, ждем. И оппонент вышел. Как ни странно, можно показаться, мало что играет. Интернет пики. Таким вот образом. Дальше есть сапер. Трехмерная игрушка пинбол.
пасьянс обычный. И пасьянс паук. Вот и все. Есть автозапуск, который запускает программу после включения компьютера, но меня смущает вот эта программа IDW Logging Tool. Бесит уже. Честное слово. Есть Internet Explorer. Вот что происходит. About Internet Explorer тут со старым значком от Windows. Пока что исправлений нет. Скоро увижу. Есть MSN Explorer. Глючит программа. MSN Explorer. Смысл нет показывать. Потом исправи. Так что лучше подождать. Пуск все-таки сработал. Outlook Express. Ну вот вы видите, тоже тормозит. Виртуальная машина OrgaVM VirtualBox. Потом позже исправи. И Outlook Express становится нормально работать. Я вот помню, позже исправи. Есть удаленный помощник. Медиаплеер уже дублируется, есть Windows Messenger. Но, увы, не открывается. Зайдем в панель управления. Панель управления выглядит все как обычно. Зайдем в классическое панель управления. Регулятор громкости еще нету быстрого доступа. Настройка специальных возможностей. Установка оборудования. Добавление удаления программ. Административные утилиты. Дата-время. Экран. Вот насколько я помню, в прошлой сборке билд 24.81. Тут картинка Windows XP в синем фоне. В ярком синем фоне. А тут билд 24.85. Тут уже обычная картинка. Темы можно настраивать.
рабочий стол, фоновый рисунок, заставки, также цветовые схемы. Ранее, в ранних сборках 2481, вместо Olive Green и Silver, тут применяю вот так. По поводу Green я уже не помню. По-моему, натуральный цвет так называясь, я уже не помню. Потому что я... Короче, дальше продолжаем. А вместо Cyber я помню, называясь Metallic. Называю так Metallic. А вместо Metallic тут Cyber. И настройки экрана. Немножко тормоз делаю, но тем не менее объясняю. Что ж поделать? Есть свойство папки. Шрифты. Джойстики. Свойство образователя. Клавиатура. Мышь. Свойства сети. Телефон и модем. Электропитание. Ого. Продолжаем. Есть принтеры и факсы. Язык и региональные стандарты. Сканеры и камеры, если таковы поддерживают. Назначенные задания. Звуки и аудиоустройства. Так, есть речь. Selected Microsoft Sam as the computer's default voice. Система. Панель задач и меню пуск. И User Accounts. Вот и все, в принципе. Еще что? Есть справка и поддержка. Поиск. И команда выполнить. Пожалуйста. И на этом обзор заканчивается. Какой итог? Windows XP Build 2485 это пока что продолжение Beta 2. Microsoft активно исправляет билд по поводу ранних сборок Windows XP. Потом дальше увидим, что тут исправили в билд 2486, который в следующем видео я расскажу. А пока что ждите. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. До свидания. Проблема с MSM SGS. Спасибо за просмотр на нашем канале. Если вы не зарегистрированы на YouTube, тогда все наши видеообзоры, полные обзоры на Базар ТВ вы можете увидеть на сайте www.bazar-tv.
Точка тк.